понимаете, они могут быть, я ее первую получила. Но я думаю, моя народная любовь ко мне давно уже. Я же не Филипп Киркоров. Из-за чего на этот раз поссорились поп-король и королева шансона, не совсем понятно. Но Успенская то и дело проезжалась по Киркорову во время интервью. Да Филипп Киркоров везде, где надо, где не надо. Все. У меня нет вообще. То, о чем говорит Филипп Киркоров, я абсолютно, понимаете, далека от его разговоров, о его фигуре, о всех вот местах.